Поддержание температуры осуществляется за счет 5С нагревательного элемента ПТС. С как русское. 5С нагревательный элемент – это уникальный элемент, который пришел к нам из космоса. Это космическая технология. Более того, Витек стал первым применять эту технологию в чайниках. Сегодня 5С нагревательные элементы вы можете встретить в выпрямителях для волос, но мы впервые стали использовать их в чайниках в качестве элемента, который отвечает за поддержание точно заданной температуры. То есть, если есть вот такая кнопочка Keep Warm, это значит температура в чайнике всегда будет не более 85 градусов, 80-85 градусов максимально. 5C нагревательный элемент – это дополнительный нагревательный элемент, который включается, когда мы с вами включаем кнопочку Keep Warm. Именно кнопочку Keep Warm – поддержание температуры. Вода всегда будет 85 градусов, всегда 24 часа в сутки, пока чайник включен в сеть. Энергопотребление составляет 60 Вт, ребят, как обычная лампочка. При этом точность заданной температуры – не более 0,75 градуса. То есть, если 85 мы говорим, то максимальное отклонение от нормы будет 0,75. Вот такой вот очень точный нагревательный элемент, который, если вдруг температура падает ниже заданной, да, 85 градусов, датчик включается и продолжает догрев этой воды. Выключается он только в том случае, когда вода совсем в чайнике закончилась, он автоматически отключается. В том случае, когда произошел резкий скачок напряжения, либо в том случае, когда вы сами выключили чайник из сети. Поэтому с точки зрения безопасности 5C нагревательный элемент на сегодняшний день абсолютно безопасный прибор.